Всем привет! Сегодня у нас будет второй тест на архидемоне с отражением. Попробуем поставить друида с замедлением. Посмотрим, что у нас изменится по сравнению с друидом с воодушевлением. Также поставим тыковки вместо ремочки. Тоже замедление. Так. Давайте сейчас я немножко склад почищу, чтобы мы могли руны расставить. Места должно хватить. Так, ну отсюда убираем. Ставим его в топор. Питомцем, по-моему, у него был карасик. Так, первый собран. Химера. На химере слон стоял, по-моему. Так, второй. Два героя есть. Укротитель. Три. Так, дальше кто у нас? Укротитель. Третий. Собран. Купидон. Ставим тоже смертельный удар. Так, Купидон четвертый. Так. Вольт. Пять. И тыковка. Шесть. Ну, поехали тестировать. Так, тыква остается, друид у нас другой, ну, такой вот состав. Ну, вроде все расставили, побежали. Начинаем вот так. Так, и сразу щит включаем, смотрим. Интересно, насколько у нас будет разница. Конечно, этот архидемон очень рандомный, потому что он по области бьет, иногда станет героев. Ух ты! Ничего себе, у нас просел мишка. Да, на мишку лучше все-таки слоника ставить. Очень рандомный, потому что по-разному срабатывает его стан. Поэтому тут плюс-минус, надо на другом тестировать с топором. Но там поинтереснее будет. Ну, посмотрим, что у нас выйдет. Ну, пока минута 30-33. Да, все-таки похоже. Видимо, лучше все-таки Купидону ставить для разгона моментального ремку. Хотя где-то приблизительно так же. Минута 2 секунды.
Давайте этот же состав поставим только на... Поменяем питомцев местами. Так, на него... Так сделаем, а сюда поставим. И поставим ремочку Купидона обратно. Вместо смертельного удара. Так. Тест номер два. Быть может, еще разница будет сейчас из-за того, что мы поставили слона на укротителя. И как только его бить будут, сразу будет срабатывать на 4 героев. Мне кажется, сейчас пободрее идет, чем в предыдущий раз. Еще есть вариант раскидывать их по всей зоне, чтобы они так станились все вместе. Ну, в принципе, тоже можно будет потестировать. Да, как видите, со слоном на укротителе он не так проседает. То есть герои более живы. Все-таки лучше, чтобы на атакующего, хотя, в принципе, если срабатывает от зоны, ну, посмотрим. Надо будет еще потестить вокруг зоны поставить. Да, разница есть, минута 12. Вот так вот. Тест номер два, в принципе, прошел удачно. Все-таки лучше, какие из этого выводы, лучше Купидону ставить ремочку, он быстрее заряжает всех, все включаются, тыковка разгон быстрее получает, если смертельные, как видите, немножко не то. Второе, ставить на укротителя слоника, для того, чтобы мы получали защиту от ударов, от стана. Вот он у меня на максималке, на 9, 4 цели, щит на 4,5 секунды, причем также уклонение увеличивает, соответственно, ваших героев и не станет, и не попадают, соответственно, вы меньше шанс того, что вы сольетесь. Следующий тест я хочу сделать с рунами тяжелого удара. На некоторых героях посмотреть разницу. Ну, в принципе, так больше ничего не менять. Единственное, раскинуть их по всей территории. Ну, как видите, с замедлением друид тоже неплохо смотрится. Все-таки непонятно еще, что лучше. Так. Давайте вам героев покажу, какие сборочки. 12, 12, 8, 8, слон, смертельный удар, артефакт, топор, снаряжение, мастер клинка стоит, кимка, тяжелый удар. Многие спрашивают, зачем тяжелый удар, он же не ввергается в кому. Вопрос не в том, чтобы вогнать в кому, то есть застанет. Вопрос в том, что он, когда срабатывает, наносит
дополнительный урон, точно так же, как и замедление. Так как у нее есть замедление встроенное, тяжелый удар для нее как дополнительный. То есть от замедления доп. Удар и от тяжелого доп. Удар. Рунами смертельный, топор, мастер клинка. Дальше, укротитель, замедление, смертельный, топор, пиромах. Купидон, замедление, ремка, либо смертельный удар, опять же топор, пиромах. Вольтор, пиромах, Купти стоит, у него в принципе крита и так хватает, ремка, чтобы срабатывал замедление, инферно. Инферно говорю, Феникс 12-12. Ну и тековка топовая на сегодня, 8-8 удешевления, 10-10, стоит на ней Чекабум, который на 32% увеличивает рунами замедления, стоит в свитке, снаряжение тоже мастер клинка. В принципе, все. Пишите в комментах, кого вы хотите, чтобы я потестил. Многие хотят без донатных героев. Постараюсь, ребята, заснять вам и без Вольтора. Пока я тестирую самый, скажем так, топовый вариант, чтобы быстро убивать его. Ну, как видите, там плюс-минус пару секунд, и ты просто пролетаешь. Хотелось бы увидеть максимальные уроны, то есть так потестировать. Но пока разработчики нас в этом ограничивают. Все. Ставьте обязательно лайкусики, делаю для вас видосики, чтобы вы знали, кого как качать, на какого архидемона. Подписывайтесь на канал, делайте репосты, ждите архидемона на китайке. Всем пока!